Во время третьей волны пандемии вновь активизировалась работа волонтеров. Пожилые люди все чаще просят доставить продукты, медикаменты, помочь оплатить коммунальные услуги. Штаб движения «Мы рядом» при партии обновления к работе с пожилыми людьми привлек около 200 школьников и студентов. Подробности у Юрия Зайца. Третья столичная поликлиника. Волонтеры здесь бывают часто. Приходят за инсулином, чтобы развести его больным диабетом. Как правило, в нем нуждаются люди пожилого возраста, а они в зоне риска. Геннадий и Константин – волонтеры. Один студент, другой старшеклассник. Уже почти год помогают тем, кто нуждается в поддержке. Анна Олеговна, это балка. Я поняла. Они не здесь. Он был. Вы же были. У нас большая диспансерная группа. Людей с диабетом каждый день становится больше, к сожалению. Поэтому обращаются к нам часто. В данном случае вот ребята у нас молодцы, волонтеры помогают людям, которые пожилого возраста, доставляют им инсулин. По словам врача, сейчас на учете в Тирасполе и близлежащих селах почти 1500 людей с диабетом. Большая их часть нуждается в инсулине. Бесплатно его они могут получить только здесь. Но ехать через весь город диабетикам опасно. И на помощь приходят волонтеры. Инсулин сейчас на каждого пациента выдают так, чтобы хватило на пару месяцев. От 20 до 30 флаконов, картриджи и так же само. Это ежедневно, да? Ежедневно. Волонтеры отправляются к заказчику на балку. Они сами здесь живут и многих из тех, кому помогают, знают давно. Это приблизительно 25-30 человек. То есть, как бы, это инсулин, это продукты, иногда бывает оплата коммуналки. По-разному. Где-то через день, через два дня мы ходим по заказам. Здравствуйте, это волонтеры. Это вы, Магурян, Евгения Афанасьева? Да. Евгения Афанасьевна впервые решила обратиться к волонтерам за помощью. Раньше ей лекарства и продукты приносила соседка. Вот, это лист, когда вам надо будет в следующий раз прийти за инсулином. Спасибо. Спасибо огромное вам, ребят. Угу. Тяжело, у меня всякие побочные еще болезни. Вот, я в группе риска, не выхожу. Очень редко, когда выйду так до порога. Вот, и так мне тяжело очень. Я одна живу. Большое, огромное спасибо. Огромное. Очень хорошо придумали волонтерство. И спасибо вам большое. Заказ выполнен, инсулин доставлен, а волонтеры отправились за продуктами, чтобы разнести их по другим адресам. Помощь сейчас нужна многим, говорят ребята. Юрий Зайц, Михаил Нестеровский, ТСВ.